Здравствуйте, дамы и господа, студенты, родители, учителя и друзья нашей школы. Добрый день, дамы и господа, родители, студенты, учителя, шатры нашей школы. Добро пожаловать в нашу гимназию. Видите у нас на гимназии. Студенты нашей школы для вас подготовили интересную программу, песни и спектакли. Наши студенты нашей школы про вас приготовили песни, а живорами представили. Тоже совсем песня. Ведь каждый учитель знает наиславнейшую русскую песню. Да нет, сегодня вам образ поет песню Булата Акуджавы. Он же Иванец, чьи что там в песне Булата Акуджавы. Ваше благородие, а песенка о солдатских сапогах. Вы слышите, как хочут сапоги, и птицы ошалелые летят. Женщины, глядя из-под руки, вы поняли, куда они глядят. Вы слышите, прохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит зло, туман, туман, туман. Прошлое ясней, ясней, ясней. Где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. Где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас сегодня в дом, но в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой больше свет, а по полям жиреет воронье, а по пятам война грохочет снег. Снова переулком сапоги, птицы ошалелье летят, и женщины глядя из-под руки. Белки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки. Белки наши круглые глядят. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, повезет любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, а только не любила. Ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, а везет любви. Ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, а везет любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне смерти, а везет любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, а везет любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне смерти, повезет любви.
Co je to familia? Přimení. I co takové loša? Kůň. Proč to chceš vědět? Zase hodina ruštiny? Píšeme. A na što ty? Studenti 4. B klasa podgotovili rozkaz Vaša jiná familia Antona Pavloviča Čechova. Aha, to je přece povídka Koňské příjmení od Antona Pavloviče Čechova. Koňské příjmení je vlastně příjmení, na které si nemůžu vzpomenout, protože ten člověk se vlastně jmenuje... Mlčí! Už mlčím, víc vám neprozradím. 4. B, vaše divná familia. Антон Павлович Чехов, лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Будеева разболели зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе. Прописал хину. Но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Будеева, Иван Алексеевич, пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут в нашем уезде, ваше превосходительство, лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадена. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных уволили, у тещи в Саратове живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогая. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так, у раба Божьего Алексия зубы болят. Прошу выпользовать. Ерунда, шарлатанство. А вы попытайте, ваше превосходительство. Да водки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой, ругатель. Но можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алёша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Ну, ладно. Мне только что как акцизновной к черту депешу пришлешь. Ох, мочи нет. Но где твой акцизный живет? Как к нему писать? Его в Саратове каждая собака знает. Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть, его благородию, господину Якову Васильевичу, Васильевичу, по фамилии, а фамилию, вот и забыл, Васильевичу, черт, как же его фамилия? Да, вечер, как всегда, что помню. Ну что же, скорее думай. Сейчас, Васильевичу, забыл, такая еще простая фамилия, словно, как бы лошадиная, кобылин. Нет, не кобылу. Жеребцов. Нет, не жеребцов. Помню, фамилия лошадиная. А какая? Из головы вышла. Жеребятников. Нет, и не жеребятников. Постойте. Кобылицын. Кобылятников. Кобыльев. Это уж собачья, не лошадиная. Жеребчиков. Нет, и не жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, нет, все нету. Зачем же, как я буду ему писать? Постойте, Лошадкин,
Лошаков, Кореной. Корненников? Нет, и не Корненников. Пристяжкин. Нет, забыл. Так зачем же, черт тебя возьми, с обедом лезешь ежели за мной? Батюшка и матушка, к света белого не вижу. Жеребченко, Павеленко, Лошадьевич. Вспомнил. Никак нет, ваше превосходительство. Как же я буду ему писать? Эй, ты какой братец беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже всего на свете. Замучился. Генерал не спал всю ночь. Ходил из угла в угол и стонал. Может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая? Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная. Это очень даже отлично помню. Эки ты какой братец беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже всего на свете. Утром генерал опять послал за доктором. Пускай рвет, нет больше сил терпеть. Приехал доктор и вырвал ванозу. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Доктор, сделав свое дело и получив, что следует за труп, сел в свою бричку и поехал домой. В поле за воротами он встретил Ивана Алексеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, кладя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Уланов, Чересидельников, Пашаков, Иван Алексеевич, не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертый пелеса, мне продали на мужички овес, но вам оплакую. Надумал, ваше превосходительство, надумал. Дай Бог здоровья доктору. Овсов, фамилия акцизного. Посылайте депешу Овсову. Накося, не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося. Накося. Здоровья, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви.